Более 1000 любителей велосипедного спорта собрал стадион «Авангард». Все они участники 4-го областного культурно-спортивного праздника «Велолето-2012». Организаторами которого выступили областное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта и областной фонд поддержки спорта. Юные и взрослые профессионалы и любители в погоне за хорошим настроением и наградами состязаний вышли на соревновательный трек. И первыми на старте участники VIP-гонки. Уже сложилось мнение, что обычно это больше показательный заезд, чем соревновательный. Но только не сегодня. Борьба за лидерство получилась. Опыт победил. Владимир Зырянов, ветеран велосипедного спорта, финишировал первым. В этом году готовлюсь 13-17 августа участвовать в чемпионате Европы и 4-12 октября на чемпионате мира в Манчестере планирую выступить. Следующими на велотрек вышли люди с ограниченными возможностями здоровья. Под громкие аплодисменты зрителей они преодолели соревновательную дистанцию. Настроение хорошее. Вообще общаешься с другими инвалидами. Видами, кого мы за всю зиму не видели. Очень хорошо. Концерт смотрим. Для нас это выезд из дома, это очень хорошо. А это заезд самых задорных и наряду с этим самых амбициозных участников спортивного праздника. В силу возраста управляться с железным двухколесным другом самостоятельно пока получается не у многих. Но интерес юных участников к происходящему в совокупности с азартом родителей приводят и тех, и других к финишу. Первый в жизни соревнование, много эмоций. Я думаю, это будущий олимпийский чемпион. Вы как сами себя чувствуете? 100 метров, да, хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот приняли решение участвовать в таком празднике, не пожалели? Нет, очень рады. Ты как проехал? Хорошо. Доволен собой? Доволен, пожалуйста. А? Скажи, ну а вот что нужно делать, чтобы первым к финишу приехать? Надо сниматься. Так, а педали надо крутить быстро? Да. Омская область – родина олимпийских чемпионов и нескольких чемпионов мира по велосипедному спорту. Сегодня в регионе подрастают талантливые велогонщики, имена которых уже в ближайшем будущем узнает весь спортивный мир. Но не менее важно, что с каждым годом растет число любителей, для которых велосипед и экологичное транспортное средство и замечательный спортивный тренажер. А совсем скоро, в 2013 году, на территории Омска появится современный велотрек олимпийского уровня. Это 4-й год праздник проходит. Мне кажется, он нам просто лишний раз говорит о том, что нужно двигаться вперед, нужно создавать условия, чтобы не вот одна группа только, которая этот стадион вмещает, а чтобы это было массовое явление, потому что это здоровый образ жизни. Это, еще раз повторяю, мне нравится очень выражение «мода на здоровый образ жизни», да? Мы должны всеми средствами, в том числе и развитием условий для велоспорта. Наряду с традиционными дистанциями в соревновательной программе «Велолето» есть и такие уникальные для спорта виды состязаний, как молочная гонка и эстафета, где вместо палочки от этапа к этапу спортсмены передают коробку с пиццей. И на этот раз, как бы это ни звучало странно, велосипедную эстафету выиграла команда конькобежцев. Хаотично, в мое время этого не было, у нас было стандартные дистанции, все. А здесь вот именно интерес, вот это ведь для здоровья в основном, для интереса, для пропаганды спорта. В эстафете семейной победу в этом году праздновала чета Баженовых. Они постоянные участники праздника. Как оказалось, именно опыт помог им стать фаворитами. Мы уже третий или четвертый раз участвуем. Мы уже знаем, как разложить силы, как передать эстафету, как кричать на ребенка, чтобы он закачивал. Потому что выигрыш-то его, это однозначно. Самого, так скажем, это первое же было. Вот самого первого праздника мы каждый год участвуем. Первого, да. Уже вот один раз занимали. Мы тут уже так, и велосипедов навыигрывали, да. И ноутбук выиграли 2 года назад. Да. Ну, в общем, хороший праздник, очень нравится. Посмотрите, сколько детей. И с погодой в этот раз очень, конечно, с погодой шикарно, да. За прошлый раз было холодно. В общем, спасибо организаторам, праздник шикарнейший. Завершилось велолето розыгрышем призов. Бытовая техника, денежные сертификаты, ноутбуки. Главный приз – туристическая путевка за рубеж стоимостью 50 тысяч рублей. «Велолето-2012» состоялось. Об этом говорят улыбки на лицах всех без исключения участников. Праздник завершен. Однако сезон любителей велосипедного спорта в самом разгаре.